Здравствуйте, друзья! Хотел поделиться новостью, которую я прочитал, как бы и кожей своей еще не осязал, но прочитал. В Блумберге, по-моему, там была такая новость, что сейчас банки перестраиваются с тем, чтобы гораздо проще выдавать людям моргиджи, то есть деньги взаймы под приобретение недвижимости. То есть мы как бы имеем хороший шанс вернуться вот к тому дурдому, который был до последнего финансового кризиса. В один день дурдом не наступит, но во всяком случае как бы начинается конкуренция вот за эти деньги людей, которые берут моргиджи. Наверное, через какое-то время будет другой дурдом. Как бы трудно себе представить, чтобы этого не случилось, но о чем это говорит в краткосрочной перспективе? Это говорит о том, что на рынке жилья сейчас появится много дополнительных денег. Жилья больше не станет от этого. Понятно, да? То есть вот, если денег больше, а жилья столько же, то жилье начинает расти в цене. Я не хочу сказать, что это как-то кардинально скажется на Кремниевой долине, хотя, может быть, тоже скажется, хотя здесь уже цены и так сумасшедшие, даже страшно задумываться на эту тему, но может быть. Но в целом по стране существенно, вот там, где еще жилье дешевое, да, там оно, по идее, должно стать дороже. Я не финансовый эксперт, и я не могу давать оценок, и как бы никакой ответственности за базар не несу. Но мы видели уже вот точно такую же ситуацию перед тем финансовым кризисом, когда стали деньги легко давать, а цены в космос улетали вообще, там за год чуть ли не удваивались. Вот я помню, в Лас-Вегасе, там где-то, вот, где было дешевое жилье, там, как инвесторы скупали, потому что деньги давали легко, стали давать деньги людям, которые раньше не могли квалифицироваться под моргиджи, а теперь вдруг квалифицировались, в общем, и так далее. Поэтому, если, я думаю так, вот мой совет такой личный, что если вы думаете, живете в США и думаете, или не живете в США, но думаете о приобретении в США какой-то недвижимости, то я бы делал это прямо сейчас. Потому что пройдет там несколько месяцев, и это делать будет сложнее. Во-первых, все равно сейчас interest rate они поднимут, да, но если не в декабре, так значит там еще через там какое-то время, но это произойдет неминуемо. Поэтому, когда Fed поднимет interest rate, соответственно, уже и mortgage, оно и так все вверх пойдет. Но в дополнение к этому, сейчас будут облегченные условия получения mortgage, и, соответственно, будет много людей бегать с деньгами, начнется конкуренция дополнительная за вот эту недвижимость, соответственно, будет дороже стоить. Вот мое такое соображение. Во всяком случае, подумайте на эту тему. Я не хочу сказать, бегите, покупайте. Но мысль моя такая, что если действительно люди смотрят на то, чтобы чего-то прикупить, может, они ждут чего-то, я не знаю, вот я бы сейчас ждать не стал, честно. Если бы мне нужно было что-то купить, то я бы, наверное, сейчас бы пошел и купил. Вот мы со Светланой обсуждали, но мы пришли к выводу, что нам не нужно ничего покупать, нам, собственно, мы в порядке. Вот, ну, в общем, такое соображение. Счастливо!